Здание окружного суда в Самаре – постройка начала 19 века. Как и большая часть особняков старого города, дом может похвастаться волнующей историей. Построил его купец Светлов для торговых целей. Но в 1867 году дом заприметил губернатор Дмитрий Аксаков. Купца лишили собственности на землю, а в здании разместили суд. Здесь на рубеже веков работал Владимир Ульянов в должности помощника присяжного. Каждая вторая постройка в купеческом городе на берегу Волги хранит в себе тайны и интересные факты. Часть из них раскрывают на пешеходных экскурсиях. О самарском модерне в рамках программы «Ночь музеев» рассказал всем желающим Армен Арутюнов. Модерн Самаре, он, на мой взгляд, достоин внимания и в российском масштабе, и, может, даже за пределами России, потому что здесь действительно уникальный комплекс зданий этой эпохи, который, ну, наверное, третий после столицы, после Москвы и Петербурга, по количеству и по качеству. На пути экскурсии попалось 10 таких зданий. В целом по Самаре не меньше 50 усадеб в стиле модерн. Нина Алымова сама работает экскурсоводом и показывает горожанам другую Самару, увидеть которую зачастую у них не хватает времени. Сегодня Нина в качестве туриста в родном городе. Город прекрасно подходит для пешеходных экскурсий. Просто надо немножко сознание наших жителей еще довести до этого. То есть люди, которые бегут бегом на работу или едут там в транспорте, они, конечно, не смотрят на дома, мимо которых они бегут. С каждой остановкой к экскурсии присоединялось все больше людей. Ольга Косачева – одна из случайных прохожих, которая не смогла пройти мимо. В доме на площади Революции прошло ее детство. Сегодня, говорит Ольга, места не узнать. Жизнь в курортном городке не стоит на месте. Когда приезжаешь в город, в другой, говоришь: о, я живу в Самаре. Они говорят: да, да у вас там Волга. В каждом доме есть своя история. Вот тут жил купец, например, такой. Вот тут вот жил вот такой купец. То есть каждый дом, соответственно, имеет свою улицу. Раньше вот купеческая была, купцы жили. Дворянская была, дворяне жили. Вот в этом доме вот у нас была и есть она. Очень высокая лестница на третий этаж, чугунная. Дому больше 100 лет. Сейчас все, вот, если честно, все не узнать. Взять старые фотографии, так-то вроде. Ландшафт все одинаково, а все уже по-современному. Чтобы показать другую Самару, для горожан и гостей города провели бесплатные пешие экскурсии по 20 маршрутам. Мария Левина, Максим Гусев. События.